Шу, привет! Здравствуй! Привет! Му, привет! Му, привет! Му. Привет! С наступающим, тебя! А ты знаешь год? Ой, уже полетело. А ты знаешь год кого? Год деревянного зеленого дракона. Ты подготовилась к съемкам, да? Да. А, приветики, это Ольга Шуранова, я Александр Рогов. Добро пожаловать на Рогов Лайф. И это последний шопинг-влог в этом году. Ура! Сколько с вами вместе... Спасибо. Спасибо. Сколько с вами вместе мы магазинов обошли, сколько вещей посмотрели, какие режимы только не включали. Бабка Рогов и Придира Шу. Да. Ну, реально, я считаю, что наши влоги самые полезные и веселые, и развлекательные. Да. И действительно про тактильность, про каждый шовчик мы вам рассказываем, о чем никто из наших коллег не повествует. Итак, давай. Сегодня сначала мы вам расскажем, во что мы одеты. Оленька, во что ты одета? Ну, рассказываю. Давай. Снизу. Так, первое. Это вот такие мартинсы, они новые. Я их уже разносила, кстати. Случилось. Случилось, да. А, юбка моя любимая, вот эта шелковая из Lime. На мне вот такая вот футболка от российского бренда Суровая. И сейчас я только что запостила в Телеграм чьи-то глаза, и там почему-то половина пишут действительно, что это Сергей Бодров, а половина пишут, что твои. Ну, я скажу так, это максимально приятное сравнение. Да. Вот. Вот этот невероятный жакет. Жакет супер. Что же это? Это бренд Рогов. Вау! И не думайте, что это реклама, потому что жакет уже давно sold out. Да. Оленьке достался. Шапка тоже Рогов. И вот такая сумочка. Друг мой Китти подарил мне. Это Undercover. Боже! Такое милейшество с пуантами. Вообще супер. Теперь рассказываю, что одет я. На мне потрясающий свитер, который я купил, потому что увидел его на Хейли Бибер, и она так классно в нем смотрелась, я его искал и в итоге нашел. Давно он у меня в гардеробе есть, и вот недавно про него вспомнил. На мне кроссы Balenciaga, сумка Puzzle Bag Loewe, и, внимание, сейчас все просто рухнут, сейчас все упадут. На мне кожаные брюки карго из Мага. Маг. Маг в моих глазах реабилитируется. Ну так пойдем тогда сходим в Маг. Да, поэтому я и предлагаю сегодня пойти в Маг. А в МАК есть новогодняя коллекция, причем и мужская, и женская. Предлагаю ту и другую посмотреть, тем более раз уж этот влог последний в этом году, вы все наверняка к новогодним вечеринкам готовитесь, и, возможно, кто-то из вас что-то себе сегодня в МААГе присмотрит. Но на МААГе мы сегодня не ограничимся. Да? Да. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Побежали. Но вот этот дракон совсем не деревянный, это год надувного дракона. Да, с глазками. Да. Если видите это, о, распродаж пошла. Самое время покупать подарки по низким и зеленым ценам на Яндекс.Маркете. Сегодня мне хочется немножко выключить токсик. Если я чихну, значит, я не вру. Вообще не воняет, сакой не пахнет. И это последний шопинг-влог. Когда мы готовимся к новогодней вечеринке, можно переборщить. Танцующее платье в червях из пайеток. Не на трете подмышечки. И качество? Ничего. С мужским всегда все слабовато. Но если вы будете все время ходить вот так, то будет нормально. Бабка Рогов подтверждает, брюки брать можно подмышечки после новогодней вечеринки. Останутся целенькими. Причем никто из наших коллег не повествует. Девушка, вы меня боитесь? Воровка. Это я. Воровка-невидимка. Все по Новому году вдарили, да? Так, но я ни при каких обстоятельствах в это не влезу. Ну вот, пожалуйста, вам о размере моей головы. Я просто как свинья себя чувствую. Так, змея у нас здесь есть. Боже. Бежим, Машка, бежим. Иди сюда. Я черный, драматичный, обниму тебя, но убегу, обниму тебя и залюблю. Ты как? Смотришь нас? Как я и обещал, МАК за нашей спиной. За нашей спиной даже уже виднеется та самая новогодняя капсула, про которую я говорил. Да. И я сегодня подготовился. Правда. Я для вас нашел информацию, которую почему-то никто еще никому не презентовал. Чуть позже просто расскажу, даже зачитаю ее. А, хочу сказать, что эти брюки мне никто не дарил. Купил их сам за собственные деньги. И Шу не даст соврать, что я их пытался купить три раза. А, то хотел купить, потом не хотел купить, потом размера не было. В итоге размер найден, брюки на мне, кожа натуральная, брюки хорошие. Бабка Рогов подтверждает, брюки брать можно. Стоит, по-моему, 16 тысяч рублей. Идем в МАК? Пойдем, да. Пойдемте. Все сияет? Я
я начну с того, что сегодня мне хочется немножко выключить токсик и попробовать реабилитировать маг в наших глазах и в ваших глазах тоже. Вы помните наши предыдущие выпуски, когда мы тут просто... Не всегда. Хорошие тоже находили. Это правда. Хочу отметить, что реально у многих вещей улучшилось качество. Угу. Наконец появилось много обуви. Вот я сейчас ее вижу, сумочек, аксессуаров. И там, конечно, все мерцает, переливается. Вообще. Будем смотреть новогодние вещи. Вот что уже сейчас мы видим. Замшевые сапоги, которые полностью усыпаны черными стразами. Здесь есть вот такая неплохая, кстати, сумочка из сатина в стразах. Давай посмотрим, сколько стоит. Так, 3,299. Хорошая цена, да. А вот эти сапоги в стразах стоят 9999 рублей. И что-то мне подсказывает, что, возможно, это натуральная замша. Думаешь? Угу. Нет, не натуральная, может, натуральная. Если найдем состав этих сапог, обязательно вам о них скажем. Что неплохие. Да. И сумочка хорошая. Смотрите, переливается, как Balenciaga. Да? Пойдем. Да, пойдемте смотреть. Джинсы, усыпанные стразами переливающимися. Что мне в такой вещи нравится? Во-первых, потому что джинсы блестят. А во-вторых, в таких джинсах можно встречать Новый год, например, где-то за городом, замиксовав их с серым объемным джемпером или свитером, или дома. Ну что, они с эластанчиком, они тянутся на деле. На животике. На деле салат поглощаете и кайфуете. Водолазочка, конечно, не очень внятная. Вот туфельки такие есть. Джемперок это тоже не очень внятный. А вот туфли эти мне понравились еще пару недель назад. Во-первых, прелестные. Цвет. Как его писать? Кораллово-розовый. И вот эти перышки марабу даже, знаете, не выглядят щипанными. Очень симпатичные. Такие милые секси-туфельки. Задорные, да. Угу. Я понимаю, что вы сейчас крутите пальцем у виска, думая о том, что кто в босоножках вообще зимой ходит. Это новогодняя коллекция. Если вы отправляетесь на Воровка. Это новогодняя коллекция. Если вы отправляетесь на какую-то вечеринку, вы берете с собой переобувочку. Так ведь? Да, вот платьечко тоже симпатичное. На какой-то невысокий ростик хорошо будет. Ну, во-первых, я люблю пайетки. Я понимаю, что это тоже банально, как цветы в весенне-летних коллекциях, а пайетки в зимних и в новогодних. Но эти пайетки неплохие. Их много, выглядят они богато. Нашиты они все на тонкий бархат. Угу. И бархат тоже мерцает, переливается и выглядит. Посмотрите. Реально прям богачество. И резиночка есть. Да, на вешалке простовато, но на теле будет неплохо. И на невысокой девушке, как Шу сейчас сказала, потому что здесь достаточно высоко линия талии, также и на высокой смотреться будет здорово. И плюс, несмотря на то, что платье очень яркое, эффектное, оно может быть фоновым. Можно в рок-н-ролл увести, например, какой-то кожный ремень в шипах. Казаки. Можно чокер, казаки, какие-то сапоги с какими-то пряжками. Можно добавить бархат. И уже не усложнять каким-то декором то, что платье звучит достаточно громко. И вот эти туфли, кстати, мне тоже очень нравятся. Суперски, да, колодка классная, похожа на Баленсу. Ну, скажем так, дизайнер MAC явно имеет доступ к обуви Balenciaga, ну, и что? Я их за это не ругаю. Мы недавно Love Republic хвалили за то, что туфли на Balenciaga Nive похожи. Вот эти тоже, квадратной пяткой. 5000 рублей, да, смахивают на Balenciaga. Balenciaga такие, простите, за сотку сейчас купите, а здесь за 5000 можно взять. И качество? Ничего. Ничего. Голодный, что ли? Да, кстати, я есть хочу. Качество классное. Так, платье ок. Это платье не ок. Просто черное платье на одно плечо. Подписчики и подписчицы, поклонники и поклонницы, наступающий наступает. А что это значит? Нам всем предстоит неистовый шопинг. Мы будем выбирать подарки близким, ну и себе, конечно же, тоже. Что о себе-то забывать? Предлагаю вам беспроигрышный вариант. Заглянуть в «Золотое яблоко» в магазины или онлайн. Там вас ждут предновогодние скидки и праздничное настроение. А также огромный ассортимент не только косметики, но и товаров для дома, интерьера, украшения и многое-многое другое. Мне как раз, как вы видите, привезли заказ. Я уже все распаковал. Давайте расскажу, что тут у меня на белом кубе. Я заказал пару классных ароматических свечей. Мне кажется, это очень милый и универсальный подарок. Еще мне очень приглянулась корзинка из джута. Еще мне понравилась классная мраморная подставка для аксессуаров в ванную, мне пригодится или кому-то подарю. Набор постельного белья, мне кажется, он очень симпатичный и современный. А еще бокалы для шампанского. На новогодней вечеринке такие однозначно пригодятся. Но
если вы потерялись в огромном выборе, который вам предлагает золотое яблоко, а это совсем не сложно, поверьте мне, есть универсальное решение. Знаете, что это? Это подарочная карта. Ее легко отправить близкому человеку дистанционно, указав номер телефона. А еще теперь вместе с картой можно прикрепить видео поздравления. Какая классная идея. Молодцы. Нужно нажать в приложении вот сюда, добавить видео. Согласитесь, получателю будет вдвойне приятно. Так, нажимаю и записываю. Приветики! Дарю этот сертификат тебе. Выбирай, что хочешь из ассортимента золотого яблока. Ни в чем себе не отказывай. Я отправлю это себе. Я вообще обожаю делать подарки и себе, и близким. Ну, а также я фанатею от шопинга. Поэтому на шопинг с вами прямо сейчас мы и отправляемся. Будем друг другу поднимать настроение. Ну и новогоднее настроение ловить. Давай вот здесь еще посмотрим, раз мы джинсы в стразах показали. Есть еще вот такие серые. Смотрите, у этих джинсов фасон чуть попроще. Это высокая талия, они слегка расклешаются. Есть небольшое состаривание искусственное. Это скорее буткаты. Или кто вы? Да, это скорее буткаты. А вот эти чуть помоднее. Смотрите, здесь гораздо ниже ходовой шов. Они слегка заужаются, а здесь широкие, такие объемные, классные. Вот это прикольно. Даже вместе классно. Да, именно комплектом. То есть, когда мы готовимся к новогодней вечеринке, можно переборщить. Да, и прикольно, что потом это можно будет по отдельности носить с каким-нибудь серым свитером простым, а это с спокойной какой-нибудь юбкой. И учитывая тот факт, что стоят эти джинсы 6599 рублей, я хочу сказать, что это отличная покупка. И, внимание, вы помните предыдущий шопинг-влог, где я в мерцающем свитере хожу. Вот на мне дорогущий свитер с пластиковыми стразами. Эти, они, если и пластиковые, то на пластиковые они не похожи. Смотрите, как мерцают. Да, еще плюс большой, что с оборотной стороны нет камушков. Да, это реально не пластмасска. Сидеть. Это прям камушки, видите? Это камушки, а мой свитер в пластмасках. Держи. И свитер стоит не 6 тысяч рублей. Это хорошо. Это рекомендуем. И вот эта рубашка тоже супер. Да, супер. Прям супер. Ну, давайте так, платье тряпится, но на теле может смотреться неплохо. Тем более, если мы говорим о новогодней вечеринке, можете купить платье только на эту вечеринку, то это платье за 4000 рублей. Хорошая покупка. У платьев из пайеток, на самом деле, есть один нюанс. Давай, рассказывай. Лучше покупать с каким-то рукавом, потому что вот когда ты наденешь на тело, у тебя вот здесь вот ты все себе исцарапаешь по пайетками, понимаешь? Вот какая фишка. Либо на что-то надеть. То есть ты вот так опустишь руку, и вот здесь все издерешь себя. Вот какой нюанс есть. Я даже об этом не думал никогда. Ну, я же не ношу платье. Но 4000 рублей – супер цена. И вот, пожалуйста, туфельки металлизированные, каблучок переливающийся, стоит 3500. Да. Я хочу сказать, что цена-качество великолепная. Вот это мне нравится. Милая дурацкая сумочка, можно и на новогоднюю вечеринку, а потом даже в какие-то базовые повседневные луки. Но я бы рекомендовала все-таки либо вот эту, либо вон ту. Посмотрите, они как-то подороже выглядят. Ну, это ручечки есть. У этой тоже. А. Голосуйте в комментариях, за какую вы, за эту или за эту. Пишите, это ничего не изменит. Сумка стоит всего 2900. Жакеты. Давайте проверять лацканы. И, видимо, к лацканам у меня все-таки еще сохранятся претензии, несмотря на то, что качество реально улучшается, я это вижу. И, возможно, на это влияют даже наши обзоры. Ну, невозможно, но точно влияют, нас точно смотрят. Здесь лацканы пока все еще далеки от совершенства. Но теперь мы чекнем цену. Это стоит 3500. На 3500 норм, потому что есть жакеты такого же качества за 20-ку. И вот тогда это плохо. Здесь что смогли на 3500, то и сделали. А вот смотри, например, вот это платье, мне кажется, не натрет подмышки. Ну, возможно, смотри. Да. Тут мягенько. Оно помягче. А вот там пайеток больше, и они как будто бы пожестче. Может быть, натрут. Но если вы будете все время ходить вот так, то будет нормально. И вот эта линия будет красиво или вот выглядеть. Так. Да. Новый год! Здрасте. А вот это платье симпатичное, знаете, чем? Это тоже бархат, на который нашиты пайетки.
Из-за бархата, в частности, издалека платье выглядит таким образом, будто бы оно все усыпано пайетками. Пайеток здесь не так много, и они мягкие. И это простое платье стоит 4500. Вот рубашечка, смотри. Нравится, а вот это такая. Супер, да. Мне нравится. Знаешь, на что похоже? На мужскую рубашку Дрис Ван Нотен. Да. Они даже повторили эти рубашки сейчас. И у Дриса Ван Нотена к таким рубашкам еще и брюки пижамные были. Вот, это правда хорошо. Вот это платье шикарное. Нравится. Это супер рубашка. Давайте, кстати, оценим не только стоимость, а рубашка стоит всего 4500, выглядит на двадцатку, я вам честно говорю. И оценим размерный ряд. Вот это М-ка, вот это S-ка, вот это S-ка, вот это S-ка, это XS-ка и вот это S-ка. Были бы побольше. Да, потому что такая рубашка, конечно, должна быть свободной. Да, в любом но, случае. Смотри, по маркировке есть XL. Возможно, в магазине нужно уточнить, есть ли в наличии размер больше. И еще, кстати, Маак не открыли свой онлайн-магазин, но при этом теперь представлены на Wildberries. Mm. И, кстати, это неплохо, потому что уже все это можно купить, и можно хоть товары посмотреть где-то онлайн. Потому что онлайн нигде практически увидеть это было невозможно. Okay. Ты знаешь, я вообще хочу сказать, что очень прикольная обувь. Вот те плюшевые, а вот эти вообще Prada. Такие мюли. Очень сейчас актуальны. Я бы предложил стилизацию с полупрозрачными колготками, чтобы здесь было видно, что вы в колготках. Даже с носочками было бы классно. С носочками, да. Гипюровыми, тонкими, да. Какими-то. Эти классные, но я бы их прям куда-то в пайетки добавлял, чтобы все было в пайетках. Такое ты любишь тоже, да? Ну, вообще, честно говоря, я люблю такое. Такая, знаете... Конфетка. Это даже не конфетка из-за того, что она струящаяся. Это похоже на что это похоже? Это похоже на жидкое серебро. Да. Серебро. Да, такое жидкое металл, серебро. Металл, жидкий металл. Жидкий металл. Вот. Это один из трендов, между прочим. Придумали, да? Угу. Красиво. Ну что, ну юбка плиссирована, это всегда хорошо. И опять-таки на резиночке, вы помните, да? Новый год равно резиночка, вот чтобы можно было поесть. Со свитериком надели, да, хорошеньким? Да, это про вот это сочетание модное. Какой-то простой верх, например, кашемировый джемпер или просто и какой-то пушистый юбка. Свитер. И нарядная юбка. Все. И вон, если хотите, если мы о Новом годе говорим, даже металлизированные вот такие туфельки на каблучке Kitten Hill подойдут. В стразах здесь все. Есть серые, где стразов много, есть черные, где стразов чуть поменьше, есть синие в полоску, это тоже стразы, смотрите. А эти еще и на спинке в стразах. Смотри, Саш. Красиво, да, это красиво. И смотри, учитывая тот факт, что сумку транспортировали и явно не в отдельной коробке, стразы все на месте. Если стразы до сих пор на месте, значит, они тут, скорее всего, и останутся. Хорошо закреплены. Пижама в перышках. Перышки отстегиваются. Кстати, наконец, нет претензий к лацканам. Подходите, смотрите. Покажи. Смотри. Это красиво. Да. Смотрите, здесь шов ровный. Все переходит в ровную линию. Здесь скругления, и они одинаковые. И здесь скругления, они одинаковые. Проверяем стоимость. 3999 рублей. Ну, камон. Я просто не знаю сейчас, Шу, это, нет, кстати, да. Серьезное заявление, я не знаю магазина, где есть вещи дешевле. Я знаю один, но лучше туда не ходить. Какой? А, там другое. Там другое. Я имею в виду про позиционирование. Маак все равно позиционирует себя, мне кажется, выше, чем эти бренды. Ну да, наверное. И для достаточно хорошего качества вещи, и даже здесь, смотри, нитки не торчат. Мы не готовили специально эту пижаму к обзору. Вот, смотри. Тут они... Они отстегиваются. На пуговках, да? Смотрите, здесь вот, здесь ничего нигде не торчит. Продолжаем постигать модную грамоту. И сейчас вы станете свидетелями того, как я с закрытыми глазами определю, вот эти кроссовки подделка или нет. Мне достаточно одного касания, чтобы понять, это оригинал. Ну, ладно, на самом деле эти кроссовки просто из моего личного гардероба, это оригинал. А если серьезно, то благодаря одному прикосновению может получиться столько всего. Любовь, дружба, классный проект, новое шерстяное пальто или свитер. Это вам я, как владелец модного бренда, вам говорю. А еще может случиться просто яркое впечатление, если это прикосновение с приложением SB Pay. Представляю вам новый способ оплаты в одно касание. Все как раньше. Достаточно скачать SB Pay, с помощью которого
можно оплачивать покупки по NFC-метке. И можно даже кошелек дома оставить. Главное, не забыть телефон. Это удобно и абсолютно безопасно, ведь SBPay не использует данные вашей карты. Средства списываются напрямую с банковского счета. Установить можно как на Android, так и на iPhone. Скачивайте приложение SBPay и оплачивайте покупки в одно касание. А мы с вами что делаем? Возвращаемся на шопинг. А там тоже, кстати, любую понравившуюся вещь я смогу оплатить в одно касание. Все как раньше вообще. А вот это прям ну, совсем такую невысокую черную лебедиху. Лебедиха. Да? А где перед, кстати? А, вот это перед? Вот это на черную лебедиху, которая похудела к лету. И осталась худой к Новому году. И она такая наелась с новогодним столом. И, что важно, все это отстегивается. Еще стразы. Так, вот такие туфельки у нас здесь есть, нарядные, за 4999. Вообще, кстати, обуви много, да? Угу. Смотри, какая классная вся. Да, я вспоминаю, когда они месяцев 8 назад открывались, не было ничего, была только одежда. Мы ходили, тут орали, визжали. И уж что я говорил, вспоминать мы не будем. Обуви много, и в целом вся выглядит современно. Это чем вам не условный Сен-Лоран? Да. Эти стоят 6999, уже подороже, но я хочу сказать, что это очень достойное качество. Мак, любимые мои, вот даже вам сердечко сейчас покажу, вот этими туфлями, или как там сердечко, вот, сердечко вам показываю. Это нормально, но получается, что могут, если да, захотеть. Вообще супер. Могут, если захотеть. Да. Так, змея у нас здесь есть. Ну, юбка, конечно, совсем примитивная, простая, но опять-таки, если мы говорим о вечеринке, куда нужно прийти эффектно, в этом вы придете эффектно, особенно если вы похудели к лету и к Новому году форму сохранили. Да, и особенно если вы это не вместе надели, будет вообще супер. Норм. Угу. А вот это что за Сен-Лоран такой тут у нас висит? Давайте посмотрим. Платье с узелком. Шо, а вот это будет натирать? Я не знаю. Но это, наверное, возможно, да. Ну, память о вечере останется, если натрет. Это платье стоит 4599. Я оцен в шоке, реально. Я просто в шоке. Ну, кстати, 4599, и это симпатично. Смотрите, здесь все ровненько. Смотрите, здесь драпировочка сделана ровненько. Показываю все как есть. Здесь, смотрите, здесь ровно. Ничего у нас нигде не торчит. За эту стоимость это просто супер. Еще милое, есть стразики. Да, милое, маленькое, черное платье на одно плечо. Вот на невысокую девочку. И покупайте, пожалуйста, не по размеру, на 1-2 больше. Оно не должно обтягивать. Оно должно быть таким мягким, чуть-чуть струящимся. Красиво, это нормально. Вот сапожки эти. Давай посмотрим, из чего. Точно. Натуральные или ненатуральные? Так, полиэстер. Да, это ненатуральное. Ну, если меня обмануть смогли, значит, нормальные. Ну, смотри, здесь даже обтяжной каблук. Нормально. Он не пластиковый, вот, он замшевый как будто бы. Вот, смотрите, он как будто бы замшевый, хороший каблук. Платье, кстати, симпатичное, вот это вот. А, в этом платье немцева у нас недавно снималось. Вот хорошее платье в пайетках, и здесь есть рукава. И что это значит? Не натрете подмышечки. Подмышечки после новогодней вечеринки останутся целенькими. Давайте посмотрим. Платье-футляр, чуть ниже колена, с высоким разрезом. Удобно, внутри тянется. Есть подкладочка. Супер. Короче, ладно, я сегодня практически все свои слова о маге забираю обратно. И я предлагаю сейчас, собственно, о том, что проанонсировал перед входом. Я пособирал информацию в сети, чтобы понять, что такое маг. То, что в чем была основная проблема маг. Когда маг пришли в страну, все ждали, что это Зара. Ожидания были да, у людей. Это эффект обманутого ожидания. Все ждали Зару, а тут вдруг маг, где все было достаточно просто, аксессуаров не было, обуви не было, ничего не было, и было все банально. И мы ходили, конечно, здесь визжали, орали и кричали. Внимание! Бренд маг принадлежит компании R-Mixed. То есть это вообще с нуля все было придумано. Они инвестировали, собственно, вот эти новые проекты MAC, Villette, Dupe, Crew, разработанные специально для России. То есть ни в какой другой стране этих брендов просто нет. Это бренды, уникальные, придуманные с нуля. С нуля. Это важно. Я просто хочу сам во всем этом разобраться, потому что мы орали, в частности. То, что я говорил, боже, какой ужас, мы ждали Зару, получили непонятно что. MAC открылся, как я уже сказал раньше, всего 8 месяцев назад. И за 8 месяцев вот это...
Ну, это хороший результат. Это хороший результат. И самое классное, что они развиваются. Это видно. И теперь я вам расскажу, что такое маак. Итак, маак — это адаптированное написание маарг, слово на хинди, означающего модный подиум. Вот. Вскоре после запуска маак перешел к стандартному для фаст-фэшн направлению. Раз в одну, в две недели обновляются коллекции, приходит какой-то новый товар. Здесь много еще дополнительной информации. Самое главное, что мы должны понять, это не Inditex. С Inditex маак никак не связан. Это бренд, придуманный для нашей страны. И мы вообще все вместе должны благодарить людей, которые это сделали, потому что все равно есть что купить. Кожаные куртки были супер еще тогда. Сейчас появилась обувь какая-то прикольная. Наконец, есть вещи для контент-креаторов и для нас. И мы здесь реально вещи покупаем. Пожалуйста, пример. Купленные брюки за собственные деньги, платье, в котором снималась Немцева в новогодней серии, и мы его купили не потому, что оно стоило 3 копейки, ну, как бы и поэтому тоже. Оно эффектно работает в кадре. И для героев вещи мы здесь тоже покупаем. Все, я продолжу следить за тем, что в МАК происходит, и буду все равно претензии предъявлять. Но лацканы на вот этой шелковой пижаме уже говорят о том, что меня слышат. Вот там еще какая-то слюда при входе висела. И вот здесь, смотри, какой-то костюм есть симпатичный. Давай лацканы тоже чекнем. Ну... Давайте так, они далеки от совершенства все еще. Делать, если вот так, то нормально. Вот так, да? Да. И его как будто, вы знаешь, хочется просто чуть подпарить. Хотя вещи в целом в хорошем состоянии, кстати, на вешалках. Я хочу найти какой-то размерчик побольше. А вот этот гангстерский костюм, отличная вариация тоже для Нового года. Мне нравится, что он в полоску, полоска при этом из люрекса. Но на вешалках только маленькие размеры. Девочки, а скажите, пожалуйста, а у вас, например, вот этот костюм, он есть в большом размере? То, что вот это S-ка. Excel, например, существует, то, что у вас здесь только S-ки, S-ки и M-ки только висят. Сейчас, секунду, загрузится. Вы пока загружайте, я вот, вот смотрите. Вот это уже лучше, видите? У нас здесь ровно, и здесь у нас дальше ровно. Смотрите дальше, у нас здесь ровно, и у нас дальше ровно, и рисунок совпадает. Смотрите, вот эта полоска вот здесь из угла идет, и эта полоска тоже тут. И вот здесь расстояние от полосочки до сюда ровно такое же, как здесь. Ну ладно, исправляются. Есть? То есть есть? Да, а, есть. Ну все, значит, все маркировки соответствуют. Если написано есть Excel, значит, теоретически она может быть. Супер. Спрашивайте у консультантов. Вот, костюм на Новый год вам. Брюки с защипами длинные, широкие. Вот такой жакет. А внутри, может быть, мой любимый кружевной топ какой-то. Здесь может быть что-то золотое. Здесь может быть ничего внутри, как бы, если там вам не надо ничего поддерживать. Можно какие-то золотые аксессуары добавить. И потом тоже наверняка эти брюки, да, этот жакет вы сможете применять. Кстати, отличный вариант на корпоратив, вот, например, да? Вот. А потом хрясь. Это корпоратив-то конце, как бы, да, заканчивается-то у многих интимом, понимаешь ли? Правда? Ну, конечно. А, кстати, рассказывайте о ваших корпоративах в комментариях, почитаем, что у вас там на корпоративах. Пойдем на корпоратив. Происходит. Давай, Шу, вот сейчас вот прям вот по-серьезки. Что ты думаешь про это? Мне нравится. Ну, тоже. Вот тут нить какая-то повисла. Подожди, подожди, сейчас мне будет еще больше нравиться. Вы знаете, мне реально почему-то нравится это платье. Это вопрос стилизации. И вопрос человека, который это наденет. Ну вот смотри, например... Ой, подожди. Например, Лотта Волкова. Подожди, здесь еще одни трусы. Например, Лена Перминова. Идеально. Так, еще. Например... Ну просто это чувствовать нужно. Катя Мухина. Катя Мухина, возможно. Короче, тонкая, звонкая, с длинными ножищами и со стильком своим. С харизмой, да. Ну это правда прикольное платье. И теперь внимание, сколько стоит платье для Лены Перминовой? 5599 рублей. Лен... Маак. Бери. Придумал платье для тебя. Бери, хватай и беги. Ну что, нормально. И, кстати, эта ткань выглядит очень прикольно. Смотри. Да. Тоже как жидкий металл. А еще можно как топ его носить, в принципе. Угу. И давайте закончим обзор новогодней коллекции Маак вот этим смокингом. Кстати, мне он нравится. И здесь лацканы тоже чуть-чуть далеки от совершенства. Их вот здесь слишком сильно загладили. Подходите. Видите? Вот здесь я из-за того, что ткань блестящая, вижу вот эти два элемента. Но для стоимости... Стоимость-то где? Сегодня стоимость решает. Для стоимости в 7000 рублей... Это очень недурной смокинг. Здесь даже пуговицы обтяжные, смотрите. Пуговицы обтянуты той же самой тканью, из которой исполнены лацканы. Красивый жакет, двубортный, слегка приталенный, прям совсем чуть-чуть. И к этому жакету здесь есть брюки с защипами.
сейчас я подумаю, могу уже рассказать? Пока не могу, к сожалению, рассказать. Или могу уже рассказать? Ну, в общем, этот смокинг я использовал в ток Ручерогова в одном из луков. Жакет я потом заменил на другой, но вот эти брюки в образе остались. Они классные, они слегка клешеные. Вот это мне очень нравится костюм. Я предлагаю, раз уж мы сегодня о новогодней капсуле разговариваем, перейти уже в мужское отдел, мужскую капсулу поискать. Но я слышал, что здесь есть кашемирчик. Скажите, пожалуйста, а где у вас кашемир есть? У вас же есть кашемировая какая-то линейка? А куда идти? А вы не знаете, куда идти? Кашемировую линейку искать, да. Женская, а еще и мужская есть? Женская, мужские тоже есть. А правда? Да. Ничего себе. Так. Оцениваем кашемир. Что здесь написано? 100% кашемир. Я в простите, от того, что 100% кашемир здесь можно купить за 6999 рублей. Хотелось бы, конечно, чуть больше ассортимента из кашемира, потому что мы здесь видим что? Мы здесь видим водолазку, но я хочу сказать, что такая водолазка отличная под одевалку, например, под платье в стиле 70-х, первым слоем пускать. Она очень тонкая, при этом теплая. И чем хорош кашемир, когда на улице холодно, в нем вам тепло, когда на улице жарко, вам в нем прохладно. И здесь есть базовые цвета, есть черный, есть серый, есть кэмел. Осталось разобраться с размерами. У меня в руках S-очка, и хотелось бы, чтобы линейка была, конечно, тоже такой масштабной, знаете, до XL, чтобы доходила. Но она же не должна быть объемной. Нет, она не должна быть гигантской. В стиле Виктории Бекхэм. Да. Ну, вот я вижу S-ки. Тоже S-ки, M-ки. Видимо, разобрали, Саш. Ну, знаешь, за 6900... О, XL есть, смотрите. Давай. Вот есть, пожалуйста, кстати, нормально. Вот нормальная водолазка из кашемира. Размер XL. Мне нравится. Это хорошо. Так, я здесь услышал, что еще и в мужском отделе есть кашемир. Если на меня налезет, даже что-нибудь примерю. Пойдем? Пойдем. А здесь еще и сейл идет параллельно. Давайте чекнем, что вообще на сейле можно купить. Мне вот эта куртка у них очень нравилась. Куртка-рубашка за 1900. Выглядит, знаете, ну, на пятнашку. Это, да, это искусственный материал, но выглядит очень дорого. И внутри, я так понимаю, хлопок. И еще к этой рубашке здесь точно была юбка. Помнишь, там был костюм? Да. Ну, согласись, это выглядит хорошо. Да. Вот эта фланелевая розовая рубашка, кстати, очень неплоха. Вообще не дурна. И здесь даже все ровненько. И даже частые шовчики. Я вам говорил о том, что частый шов о том говорит, что эта вещь неплохого качества. 2300. Серые рубашки, базовые рубашки, есть куча обуви вообще по 3 копейки. Давай джинсов просто много. Вот любую пару возьмем, посмотрим, сколько стоит пара на сейле. А здесь пока нет сейла, они без сейла, 3900. Ну, такие полусапожки на каблучке. А, вот эти классные. Внутри. Такой Макмин. А шипы вообще, Лабутан. А скажите, пожалуйста, а у вас вот эта обувь здесь стоит в сейле, а цен с сейлом нет? Они еще дешевле, чем тут? Могут быть. Все, цена вот на цене. А, это финальная цена, да? А, окей, по скидке 5999. Ладно, пойдем в мужской. Вдруг на меня что-нибудь налезет. Так, мы попали в зону, где тоже идет распродажа. Чекнем, что здесь есть. Стеганые куртки 2700. Еще одна стеганая куртка-рубашка 3900. Очень неплохая. Конечно, на улице уже совсем холодрыга, сейчас не поносишь, Саш! Но можно же что-то на весну купить. А! Я кашемир нашла. Давай. Вот. Так, мужской кашемир. Кстати, девочки, заглядывайте в мужской отдел за мужским кашемиром, потому что мужские водолазки длиннее. И больше. Смотрите, вот есть черная водолазка. Вот это тоже, я так понимаю, кашемир? Вот, Саш, такая вот чуть-чуть серая. Но я ни при каких обстоятельствах в это не влезу. И даже не буду пытаться. И вот доказательство, что на мне брюки из Маага. Вот те же самые брюки кожаные с накладными карманами. Что мне в них понравилось, что они ноги кривят, и внизу есть еще вот такие молнии, чтобы брюки сделать поуже. Они реально хорошие, из плотной кожи. И вот эта вещь мне еще нравится. Покажи, пожалуйста, вот этот пиджак за твоей спиной. Он нереальный. Смотрите, куртка-пиджак в стиле 70-х. Сейчас мы найдем цену и оценим, из чего он. Потому что я пока не понимаю. Они такой кожзам используют, который... Это натуральная кожа, 18999. Вот, из натуральной кожи 18999. Это классная куртка-пиджак. Похоже на такую, знаешь, классную винтажную куртку из парижского секонд-хенда. Супер, это сейчас был комплимент, если что. И оценим лацканы. Смотрите.
Мне кажется, мои вопли были услышаны. Ну, вообще, на самом деле, Мак классно с кожей работает. Вот косуха, смотри, тоже из натуральной кожи. А вот, пожалуйста, еще и пуховик из натуральной кожи, 22 999. Куртка, ну что, как вам? Куртка... Да, двадцатку. 19, да. Куртка из натуральной кожи, 19 тысяч рублей. Ну, симпатично. Но мы их хвалили еще и в тех влогах, ну, да, скандальных. Пойдемте новогоднюю капсулу искать. Давай посмотрим вот тут, на манекенах. Так, что скажу о мужской капсуле? Она однозначно ЧБ. Потому что все, что я вижу сейчас... А, нет, там есть цвета, кстати. Есть какой-то пудрово-серо-голубой и даже винный. Очень хороший пиджак. И я уже об этом говорил в предыдущих выпусках, что мужские лацканы гораздо лучше, чем женские. Смотрите, подходите, не стесняйтесь. Видите? Вот он. Идеальный практически лацкан на мужском пиджаке. И мне нравится небанальная ткань, что она с такой мерцающей полосочкой. Сейчас скажу, сколько пиджак стоит. Дороже, чем в женском отделе. 12 тысяч рублей. Но он хорош. Да, и девочке тоже подойдет. О! Девочки. Вот, пиджачишка для вас найден. И вот это тоже и девочке, и мальчику. А это знаешь вообще на что похоже? На какую-нибудь новогоднюю капсулу Селин. Да. Мужскую. Я хочу понять с размерами, что здесь происходит. Вот это 46. Ну, тут не будет на меня. Это вообще бесполезно на меня что-то мерить. Мак, пожалуйста, вы уже меня услышали. Лацкан надо было поправить. Поправили. Ассортимент надо было поправить. Поправили. Давайте теперь еще размерную линейку увеличим. До 4 XL. Тогда я смогу покупать у вас не только эти брюки. Мне нравится этот бомбер. И вообще, вот, пожалуйста, модный лук. Белая рубашка, черный галстук, селедка, нарядный бомбер, классические черные брюки. Такой рок-н-ролльный образ. Вот это тоже мне нравится, на самом деле. А дай потрогаю. Это, знаешь, на что похоже? Свитер-травка, да, из, да, 90-х. Да. Смешнюха такая. И брюки классные. Это симпатично. Брюки вот такие. Да-да-да, лампасики. Смотрите, здесь есть брюки от смокинга, и они прям не дурны. Смотрите, как красиво вот здесь сделан карман. Во-первых, хочу отметить, что есть закрепка. Вот здесь снизу тоже у нас есть закрепка. Карман будет хорошо себя вести. Карман, веди себя хорошо. И мне нравится, смотри, пущен лампас. Лампас. И классно, что есть защипы. Такой винтажный чуть-чуть делает. Смотри. И на девочку тоже. Это хорошие брюки. Сколько они стоят? Так, сейчас, Саш, скажем. Опять 999. О, брюки 5999. А еще здесь есть мужские аксессуары. Я обожаю маленькие мужские сумки. Часто хожу с женскими, вы это знаете. Вот эта сумочка из натуральной кожи стоит 2999. А вполне себе мужской Dior какой-нибудь. Смотри. А, да-да-да. Нормально прям. Так, пойдемте посмотрим еще вещи, в которые я никогда не влезу. Плюшевый пиджак серо-голубого цвета. И у меня опять нет вопросов к лацканам, у меня есть вопросы к клиентам, которые эти вещи примеряли. Смотрите, покажи. Кто-то здесь надорвал лацкан, вот закрепление здесь было. Закрепление, закрепка. Вот здесь держится, здесь надорвали. Пожалуйста, я вас очень прошу, аккуратнее примеряйте вещи в магазинах. Не мажьте их тональным кремом. Вот этот пиджак, например, 50-го размера, но я все равно скажу, что это фит. То есть это такой хороший фит. Это не 50, а это 46-48. Мне нравится, что дизайнеры достаточно смело себя повели в разработке мужской новогодней капсулы, правда, потому что я в других брендах масс-маркет-сегмента такого нарядного не видел. Все сделали тоже ЧБ, все такое лаконичное, чуть-чуть поиграли с формами, где-то убрали лацканы на пиджаках, но чтобы были пайетки, плюш, бархат, какие-то брюки а-ля от смокинга, я такого не видел, поэтому Магу ставлю плюсик. Есть еще черный, но если у вас перхоть, конечно, лучше не рекомендуется. Или если у вас есть кот, как у меня, то тоже плюш не рекомендуется. Либо надевайте его в коридоре, когда уже выходите из дома. Вот этот плюшевый пиджак, кстати, 52 размера, стоит 8999 рублей. К лацканам вопросов не имею. Подойдите, посмотрите. Вот. Лацкан ровный, смотрите. Вот здесь еще синий, ровно. Саш. Все хорошо. Или какой-то черный. Вообще, что-то они прямо с катушек слетели, смотри, еще и синий сделали. И вот есть еще бомбер плюшевый какой-то, кстати, смешной. Есть кожаная рубашка. Кстати, такая рубашка-куртка. Натуральная? Мне что-то кажется, что нет. 5-500. Я ставлю не натуральная, да, не натуральная. Нет, не натуральная. Но хочу сказать, что кожзам какой-то прям приличный.
Угу. Не стрёмный. Такая не рубашечка, воняет, курточка. Не, подожди, дай просто понюхать. Тут вообще не воняет. Сакой не пахнет. Котиками. Да, такой пиджачок, курточка. Неплохой. Но еще раз досадно акцентирую внимание на том, что только для тех, кто носит максимально 50-й ну, размер. И как будто бы, смотри, рукава коротенькие чуть-чуть, да? Или ну вот на невысоких. Да. Ну или условно, наверное, максимально на кого хорошо сядет Леша Сухарев. Он чуть ниже ростом, чем я, и субтильнее. Вот на него Мак сядет хорошо. Да? Угу. Вот Эль. Ну как бы Эль необъемный. Ну это на девочку. Да. Зато, кстати, можно прикольные парные луки здесь запилить новогодние. Потому что есть мужское, например, в пайетках, и женское есть в пайетках. И давайте чекнем еще, что здесь есть из базы. Люблю, да. А вот это вообще, у меня рекомендация... Владу Лисовцу такое. Владу Лисовцу. Вот смотрите, да. Леша Сухарева мы порекомендовали. Да. Владу Лисовцу рекомендуем. Единственное, он еще выше ростом, чем я. Возможно, ему по росту не подойдет. Но он куцая носит. Угу. Это я не ношу в обтяжку. Я хочу отметить качество. Я хочу отметить ткань. Лацканы очень неплохие. И вот этот вообще супер. Смотрите, с такими университетскими нашивками. Здесь нашивка, здесь на рукаве. Тоже вполне себе Гуччи стилек. Угу. Можно какой-то с этим пиджачком сделать. И девочкам вот это тоже. Такой пиджак-пальто будет. И вот это тоже девочкам пиджак-пальто. Вот что значит, да? Пришли, повыпендривались, нас услышали, выводы сделали, поработали. Шарфы модные есть в этом вот. Сезоне. Давайте шарфы модные в этом сезоне покажем и будем уже здесь закругляться. Акне. Воровки. Акне, Марни. Даже я в своем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на телеграм-канал Шу подписывайтесь тоже, делал пост про то, что вот такие шарфы инфантильные чуть-чуть, в полоску, в клетку, в сочетании ярких цветов, очень сейчас актуальны. Вот, например, вот так. На самом деле носить нужно сейчас посмотрим. С неожиданными вещами. То есть ты берешь... И прям вот, это так, просто, да? Да, и просто вот так вот надеваешь. А-а-а. И джинсы, да? Да, и просто джинсы. Максимально, чтобы он не подходил под аутфит. А максимально нелепо. Да, максимально нелепо. Ага. Хорошо. Вот, рекомендацион. Да. И вопрос по шапкам, где брать шапки, пожалуйста, в Маге. Шапки есть тоже, 2299. Нормально. У меня претензии теперь только к размерам. Чиносы, дубленки из эко-меха. Вот здесь какая-то смешная штучка висит. Покажи-ка. Что это такое? Ну, ой, это кстати, да. Прелестно. Смотрите, какая-то смешная такая кучерявая куртка с накладными карманами, немножко жильзандер. Да, на девочку. Минимализм какой-то, да, и на девочку отлично. И цена супер. Стоил 8 тысяч, сейчас стоит 4 700. Классно. Угу. Да. Ну, норм. Сейчас вот чихну. Пальто какое-то. А если я чихаю? Нормально. Ой. Спасибо. Если я чихну, значит, я не вру. Вот. Угу. Вполне себе. Ну, почему? Ну, мне тоже все это на девочку, потому да. что размеры маленькие. Да, хорошее пальто. И вот это тоже такое ой. Немножко Сен-Лоранчик. Бушлат. Смотрите. Ой. Смотри. Угу. Тут прикольное вообще. У меня очень цены сейчас еще будут радовать. 5000 рублей. Вот это пальто. Вот это пальто. Это пальто 5000 рублей. Более сейчас еще суперактуально укороченное пальто. И вот если посмотреть показ Miu-Miu, угу. вот, то вполне можно застилизовать. Можно так застилизовать вообще. Ну все можно застилизовать. С ума сойдете. Так, я предлагаю резюмировать. Новогодние капсулы симпатичные. Пайетки есть-есть, жакеты есть-есть, мужское нарядное есть. Поэтому могу сегодня. Мы ставим. До пятерку. Давай. Ну просто особенно на фоне наших предыдущих воплей, это реально три шага вперед. Да. Я считаю, что это три шага вперед. Мы ставим сегодня, внимание, Магу, пятерку. За развеску в зале пятерку. Все чисто, аккуратно, нигде ничего не валяется, все расставлено. Все по товарным группам, сейл удобный. Все удобно. Все супер. За это ставим пятерку. За чистоту в зале, собственно, всегда пятерку и ставили. Угу. За дизайн, опять-таки, воздержимся, потому что все это осталось наследство от Inditex. Да.
Но это все, что, собственно, в наследство и осталось. Так что, Мак, молодцы. Да. Мак, вы молодцы. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что слышите. Спасибо, что не выгоняете. Спасибо, что делаете, что даже на меня налезает. Пожалуйста. А я предлагаю продолжать наш последний в этом году шопинг-влог. Пойдем куда-то, где не новогодним, собственно, полакомимся, а чем-то более базовым. Нас же-то чего хотят? Где пуховик купить? А, точно. Мы, кстати, где ни одного куртку? Пуховика не показали. Вот. Вот сейчас пуховички будем смотреть, куртки. В общем, вам понравится. Вот пойдемте. План. Да. Шу, да. Вот мой план. Мы сейчас с вами вместе отправимся в Финфлэйр. Мы будем смотреть пуховики, теплую одежду. Класс. И, возможно, даже найдем то, в чем можно встречать Новый год за городом. Потому что мы только что обсуждали, в чем пойти на вечеринку, блестеть, мерцать, переливаться. А сейчас посмотрим, в чем можно поехать за город и чувствовать себя комфортно. У нас такой супер полезный влог получается. Самый лучший, последний в этом году. Так, а, ничего себе, я вижу, тут при входе еще и какая-то нарядная капсула есть. Но мы же пуховики пойдем смотреть. Да, я предлагаю не нарядную капсулу смотреть. Кстати, неожиданно, что Финфлэйр еще и нарядные вещи найти. Можно. Я предлагаю смотреть все-таки то, что запланировал. И начнем мы прямо отсюда. Трикотаж хочу смотреть, качество и составы. Написано премиум, премиальная коллекция из натуральных материалов. Шу, ищи тоже составы. 70% шерсти, 30% кашемира. А-а-а. Вот, смотри. У меня здесь тоже материал 70% шерсть, 30% кашемир. Вот, вполне себе. Смотри, какие милые джемперочки. Пожалуйста, небольшой вырез визуально вытянет шею. Здесь у нас есть горло. Вам будет уютно и тепло. Теперь цена. Но цена, конечно, уже выше, чем в Мааге. Например, вот этот свитер стоит 19 999 рублей. 16 999. Но я хочу отметить фасон. Да. То есть, если в Мааге мы с вами нашли супер базу и классику, это классическая водолазка условно, то здесь мы видим более модный фасон, такой объемный свитер с не очень узким горлом, немножко селин. Да, при этом вот это М-ка. Ну по размерам отлично. Это чуть более расширенная размерная линейка, чем... Классно очень будет с нарядными юбками. Вот, точно. Вот тот самый спокойный верх под некую нарядную юбку. Даже юбку в пайетках можно надеть. А это смешно, кстати. Да. Это, кстати, смешно. Это такой чуть-чуть, если в горнолыжный курорт, да, вы собрались? Это немножко апрески. Апрески, да. Но и при этом прикольно. Смотрите, вы вроде бы в юбке, но при этом это юбка-пуховичок. Пуховичок на кулиске, стеганая юбка. Оп. Да, можно сделать разрезики по бокам, чтобы по сугробам скакать, в снежки играть. Но в помещении в этом будет жарко, то есть это юбка на улицу. Здесь могут быть внутри, например, какие-то плотные колготки. Гетры. Гетры можно добавить, объемный джемпер, свитер. И вот, кстати, верх может быть чуть наряднее, потому что юбка достаточно базовая, юбка-пуховик, джемпер может быть, например, с переливом. Да, классно пофоткаться где-нибудь в заснеженных лесах. Вообще супер. А еще, ты знаешь, мне кажется, под эту юбку подойдет даже вот этот джемпер из мужской коллекции Мак. Вот этот черный, пушистый, с какими-то прорезями металлизированными. Юбка стоит 9,599. Предупреждаю, Финфлэйр дороже, чем... Мак. Это международный бренд. Появился он когда-то в Финляндии. Я все знаю. И, кстати, с Финфлэйр я несколько раз даже работал. Мы снимали, помнишь, мы вместе это делали, мы снимали лекции о том, с чем одежду из Финфлэйр можно носить. И я хочу показать классный шарф. Мы вам уже модные в Мааге показали разноцветные, а есть еще и вот такие. Мне, кстати, это гораздо ближе, потому что, например, в мой стиль разноцветные шарфы не вписываются. Ну, неправда, это бывает, любишь такое иногда. Раз в год. А то есть у тебя твой свитер с енотом, да? Ой, не свитер, а шарф с енотом. А я его надел хоть раз? Ну вот, оно вот. Лежит все равно у тебя. Нет, вот, смотрите. Берешь пальто из Рогов Шоп, в елочку. Вот такой шарф. Мне нравится. И он очень приятный. Сегодня какой-то день, когда я всех хвалю. И этот шарф стоит 3 999 рублей. Отличный, например, подарок на Новый год. Так, идем дальше. Пуховики. Так, это пуховик-гусеница, прямой стеганый пуховик, хит продаж, естественно, потому что это очень понятный фасон, очень понятный силуэт. Хочу оценить качество, но качество у Финфлэйр всегда было крутое. Состав здесь внутри, хочу найти, что внутри. Утеплитель пух-перо, это не синтепон. И стоит этот пуховик, внимание, 32 999 рублей, качество у меня нет претензий вообще. Все здесь глухо застегивается, все закрывается. И мне нравится, что здесь нет ничего лишнего.
Это хорошая, добротная вещь без претензий. Класс, а это классно, да? Смотрите. Это просто настолько странно, но в то же время настолько модно. Вообще, это вообще гляньте. Прям супер. Это очень красивый, да, комплект. Это очень модно. Можно вот здесь вот раскрыть, здесь колготки натянуть. Так, давайте не слушайте ее. Да, так можно, но мы с вами говорим о том, в чем вы будете встречать Новый год за городом. Это же классно. Да, это супер. Плотные, о господи, я же разнервничался. Плотные колготки, можно даже в цвет. Либо какие-то гетры тоже добавить. Можно даже уги. Но я бы не рыжие предложила, такие коричневые найти, такие точно. Можно в рандеву, посмотрите. И мне нравится, что здесь все-таки такие нарядные золотые пуговички. Да, а потом сделали фотку вот такую вот с колготочками совсем. Ну, классно же. Слушайте ее. Да, делаем фоточку. А вот это что такое смешное еще висит. И вот такой какой-то джемперок, казалось бы, невнятный, а на самом деле очень даже неплохой. Мне нравится, что здесь есть какой-то перелив цветовой, он чуть-чуть блестит, переливается, тоже вполне себе за городом на новогодней вечеринке будет смотреться. Смотри, здорово. 6999. С каким-то штуком. О, прикольно. Да, как будто чуть-чуть J.W. Anderson, да. Или Loewe. А еще же можно это делать, да. Как вот так, и вот так подпоясывать, да? Ну, куда там? Ну, как Мариана учит всех. Вот так шарф, поясок пустить сверху. Смотрите, как красиво будет. Да-да-да. Классный. Не, правда, хорошенький, да. Да. Такой арт-шарф. Ой, это очень хорошо. Да, цвет такой потрясающий просто. Там с кашемиром, да? Да, вот. Давайте цену посмотрим. А, он стоит столько же, как тот при входе. 19 999 рублей. Это highly recommended. Это правда. Какой размер? Это М-ка. Это очень хороший свитер. Угу. И посмотрите, насколько он хорош. Спереди он чуть короче, на спинке он чуть длиннее. Очень классный фасон. Это не тугое горло. Угу. И можно в тренды поиграть. Например, красную юбку, красные колготки, красные сапоги. Сделать, да. Кстати, даже за городом трикотажную красную юбку найти. Угу. Вообще супер будет. И при этом это абсолютно интегрируемая вещь, да, в базовый гардероб. Либо поиграйте в сестер Олсен. И вот, пожалуйста, альтернатива The Row. Угу. Или Селин. Супер. Вернее, уже не Селин, Фиби Файло. Кстати, как вам бренд Фиби Файло? Мы все уже наблюдаем за новинками, поступающими мы в продажу. Мы так положим, ничего страшного. Но мы вот так положим, тут потом свернут. Еще в качестве подарка можно, например, приобрести вот такие варежки. Ой, а это, очень, кстати, немножечко отсылка. Вот к... О, к Бодрову, да, красивый. Бодрову. Я считаю, что что-то все хорошо. Это прям хорошо. И вот, смотрите, на Новый год. Ну что, ты смеешься? Ну, это прикольно. Нет, это классно. Это классно выглядит. Помнишь, у Миу-Миу, по-моему, была коллекция? Это зимняя, бомба. Да, вот с такими брюками. Так это вообще бомба, вы посмотрите. Вы только гляньте, финфлеер, но вы удивляете. Вы удивляетесь не только новогодней капсулой при входе. О, это класс. Но еще и вот такими вещами. 9999 рублей стоят брючки. Я даже найду фотки вот здесь вот где-нибудь разместим. Да, фоточки посмотрите. И пуховик стоит 15999, и это просто бомба. Вообще, да, офигенно. Классный. Очень круто. Молодцы. Ой, и опять-таки, что хорошо, многие вещи повторяются, они в разных цветах. Пожалуйста, не хотите черную юбку дутик, есть вот такая серо-голубая. На резиночке, вон, все удобненько. Не хотите красный джемпер, пожалуйста, вам есть черный. Здесь нет вот этого ничего пестрого, сумасшедшего и кричащего. А вот, давай даже покажем. Вот, смотрите, берете такую юбку, к ней надеваете вот такой свитер пушистый. Смотри, уже хорошо. Да, вот с таким цветом будет хорошо. Но тут как бы колор-блок получается, а здесь, если вы не хотите париться, пожалуйста, по цвету, вам уже все подобрали. А еще, прикинь, сюда можно колготки такие же серо-голубые добавить. Угу. И будет забавно. И уги тоже в таком вот, цвете, смотри, можно найти. А вот это сюда. Во. Вообще кайф. Хочу узнать, сколько это стоит. Боже, у меня правда, просто руки, кстати, трясутся. Я в шоке, я в восторге от Финфлеер. Не пристает. Не пристает. 6999 рублей стоит этот джемпер. И вот это вместе очень, прям очень-очень хорошо. Так, панамки из Ангоры. Ты мери черную, я мерю белую. Ну вот, пожалуйста, вам о размере моей головы. Вот, собственно, вот так там смотрятся головные уборы. Это классно смотрится. Да? Угу. И мне нравится, что она такая дебильная, и вот тут проваливаются поля. Ты как? Я супер. Я тоже супер. Привет, а ты как? Смотришь нас? Панамки отличные, на маленькие головы. 5999 рублей. Это вы что? Спросите меня, где купить вязаную шапку? У-ху! Вот. И я уверен, что они все идеальные. Пожалуйста.
коричневая с подворотом, кирпичная с подворотом, серая, пожалуйста, с подворотом, да, салатовая, пожалуйста, с подворотом. Вот берем, надеваем. О, смотри, даже мне сюда идет такой цветовой акцент. Да? Классная шапка. У меня нет претензий к трикотажу. Шапка стоит 2499, состав шерсть и акрил. Шерсти всего 10%, но из-за того, что здесь есть акрил, они не будут затягиваться и будут держать форму. Джастин Бибер, помнишь, ты искал все? Да, и вот мы наконец нашли спустя 4 года. Вот такие объемные розовые есть. Вот, приходите в Финфлэйр, подходите к этой стойке, покупаете себе шапку и носите. Уже как это, как зазывало, знаешь, на рынке. Так. А вот здесь что? А здесь какие-то смешные капоры, я так понимаю. Боже! Бежим, Машка, бежим, иди сюда. Блин, не подойдет, наверное. Ну, почти. Вот можно было бы лук вот такого фэшн-космонавта сделать. Типа джемпер, вот такой капор и юбка. Ну, капор не тот. О, шо, вот твой капор сюда подходит, смотри. Вот. Вот, смотрите, лук на новогоднюю вечеринку за городом. Надеваете вот такую водолазку, вот такую трикотажную юбку, вот такой капор. И супер. Я на луне! Это Финфлэйр в магазине, в авиапарке, да. Ой. На луне она. А вот это что, это шарфы такие? Да, это... Ой, класс, а можно посмотреть? Позырить? Вот черный вот этот. А это плед какой-то, да, домашний? Да, это новогодний. Вот, смотрите, тоже вы все сейчас паритесь, что кому дарить. Вот, смотрите, офигенные есть пледы Финфлэйр, они еще и упакованы красиво. А можешь посмотреть? Отлично, уютный. А прикинь, это тоже за город надеть как пончо. Вот я хотела так вот сделать. Вот этот плед можно надеть открыть? Как пончо. Шарф выглядит вот так. Длинный, широкий шарф с контрастными кисточками. Пожалуйста, тоже. Потом заполним. Ну, завяжете как-нибудь. Да, да, да. Время тяну. Вот, смотрите, 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 быстрее рождается образ. Держите. То есть, конечно, это функционально как плед, но это же можно использовать как гигантское пончо. И вот так, так тоже выйти на улицу к елке. Вот этот вот кусочек мне чтобы нужно он был снаружи, да. Вот так. Во. А сюда, знаете, какую-то огромную булавку можно добавить, чтобы это все держалось. Супер. И пошел. Угу. Мне нравится. Мне очень нравится, и мне продолжают еще нравиться. Напоминаю, мы с вами в Финфлэйр. А здесь еще и сумки какие-то прикольные есть. Смотри, просто фоновые сумки. Вот мягкая сумка почтальона на каждый день. И здесь можно менять длину ремешка. И перчи. И кожа, знаешь, лоэвы практически. Ну, посмотри. Ну, классная першистая кожа. У меня Биркин почти из такой же. И, кстати, вот эта кожа вот такой выделки самая износостойкая. Тут вообще ни углы не повредятся, и здесь повреждений никаких не будет. Пожалуйста, берете сумку, находите перчатки по цвету, все, что хочешь, выбирай. Ну вот, кстати, хорошие пуховички. Ну, смотрите, да. Мы каждый пуховик вам показать не сможем. Все, что вы должны понять, что приходите в Финфлэйр, и вы находите пуховик, ну, наверное, под любой запрос. И укороченный, и автоледи, и удлиненный, и открывающийся по бокам. Самое главное, что они очень все минималистичны, нет лишних деталей, и выглядят из-за этого премиально. И они легкие. Да. И они нас не относят ни к каким модным трендам. И это сейчас хорошо, потому что всегда этот пуховик будет выглядеть актуально. Утеплитель. 90% пух, 10% перо. Вот. То есть тут пух, перо. Единственное, что, наверное, какие-то цвета могут быть сезонными. Ну, например, вот этот коралловый в этом сезоне вам нравится, в следующем вы хотите какой-то другой цвет носить. Ну, например, черный или вот такой зеленый всегда будут отлично себя чувствовать в вашем гардеробе. Угу. А вы себя отлично будете чувствовать в этих пуховиках. Вот какой-то огромный. А-а-а. Вот симпатичный, да. А какой размер самый большой, да, интересно? Посмотрим. Вот это М. Вот XL. А у вас XL, наверное, самый большой, да? Давайте посмотрим на этот пуховик. Он прям такая маржела немножко, который встретился с Жиль Зандер. 33 999 рублей он стоит. И я, конечно, сейчас надену его на себя, это будет сразу смешно. Не могу на себя надеть. Хочешь? Да у тебя там микрофоний. А я вот сюда его так вот чик. Ну да, на меня нет, это женский. Давайте ношу примерим, потому что это очень классный пуховик-пальто. Во, вон, выходи туда. Очень красиво. Мне нравится, что он скроен как тренч,
Смотрите, здесь два борта, здесь не молния, здесь пуговицы. И классно, что пуговицы роговые, как будто бы не в тему. И, пожалуйста, можем здесь сделать акцент на талии. Но мне нравится, когда он просто вот такой квадратный, широкий, объемный. Супер. Я предлагаю одним глазочком... А, вот еще есть одна юбка-дутик на Новый год. А мужское? Да, пойдемте глянем мужское. Я хочу, чтобы ты тоже что-то надел. Ну, я думаю, что сейчас каких-то гипервосторгов от мужского у меня не будет. Потому что с мужским всегда все слабовато. Ну, куртки супер, реально. Вот супер классный пуховик. Выглядит все максимально премиально. Красивая фурнитура, молнии, репсовые ленты. Это, кстати, 2XL, но мне кажется, что это для меня это L. Да? Ты хочешь, чтобы я надел? Конечно. Нет, это будет плохо. Ну, просто померяем, не важно, как это будет. Ну, на мне еще свитер объемный сегодня, видите? Давай. Он меня прям, знаешь, как вот так обнимает и говорит, прости, что я тебе мал. Ну, я такой уютный. Ну, вот XL, ну что это? Финфлеер, ну, камон, ну, какой то XL? Штанищ вон целая куча. Вот, смотри, вот эти прям вообще бомба, да? Да. Смотрите, прикольные такие есть треники с лампасами. Они на флисе, но если мы сейчас разглядываем зимнюю коллекцию, для зимы флис хорошо. Похоже немножко на мои Dries Van Noten, но мои вам всем не очень нравятся. Вы говорите, что в них у меня ноги кривыми выглядят, но мне это нравится как раз-таки. Это трикотажные джоггеры с такими пуховичными вставками по бокам. Ну, кстати, ничего, да? Да. Симпатично. Вот этот цвет вообще супер. Это можно очень интересно застилизовать. Это похоже чуть-чуть на Dries Van Noten и чуть-чуть на Fear of God. Да. У меня есть Fear of God похожие треники. Вот этот цвет. И у них форма хороша. Здесь достаточно низкий ходовой шов, они слегка заужаются, и есть еще в черном. Вот. Вот это прям супер лайк. Да. И цена этого супер лайка не дешевые, 7799 рублей, но я хочу отметить качество, о нем я уже сказал. Это хорошо. И здесь есть, кстати, вот такие пуховички. Я их не часто хвалю, но как пододевалка, например, под пальто, если вы носите объемное пальто, такое купить можно. И даже забавно, что здесь есть капюшон. Жалко, что он не... Ну, финфлеер сделайте еще точно такой же, без капюшона. Это будет такой итальянский тонкий пуховик, который надевают под пальто. Да. Или чтобы убирался он. Да. Цена. Цена. О, белая парка, ничего себе. Подожди, цена 11 тысяч. А вот это прикольно. Мне нравится. Но было бы прикольно, если бы это было 5XL. Да. Вот такую даже я на себя надела бы. Вот это какой размер? Ку-ку, это M. А, ну если это M, вот это выглядит достаточно объемно. Вот смотрите, это классно. Красивая белая вот, 2XL, парка. 2XL, Саш. Ну что, меряем? Меряем, давай. Давайте попробуем. Мы нашли еще один 2XL. Сейчас проверим, насколько это 2XL, 2XL. Ну, с богом. Ну, на мне реально огромный свитер. Я просто как свинья себя чувствую. Какая свинья еще? Снеговичок. Ну да, вот если бы она была в два раза больше, было бы классно. Короче, свитер потоньше, кашемировый, сюда нужно надеть. Тогда не будет внутри все так сковывать. Но в целом дизайн хорош. Угу. Мне нравится. Мне нравится, что все это без лого, без брендинга, без всяких фисюлек, без заигрываний. Все просто. Вот я, наверное, Финфлеер особенную пятерку сегодня поставлю за то, что все просто. Потому что сейчас простые вещи хрен найдешь. Это правда. Вот хрен найдешь. А это хорошая, да, марка, белая куртка. То есть это не первоочередная покупка. Если у вас черный или серый пуховик уже есть, можно купить белую. Зато как эффектно. Да, но ты знаешь, мне кажется, что это какая-то технологичная ткань, которая достаточно просто приводится в порядок. Я сомневаюсь, что Финфлеер делали бы белую куртку, не подумав о том, как ее будут приводить в порядок. И она внутри из такого тонкого какого-то трикотажа. Посмотрите, подклад какой. Прям такая приятная приятность. Можно, мне кажется, даже на футболку носить, если на улице не очень холодно. Но тут можно, конечно, просто два дня еще ходить. О боже, вот это такая нега. Да. Это просто нега. Вот это смешной. Ой, смотри, эта куртка так называется. Финфлеер нежность. Обниму тебя и залюблю. Правда? Да, вот смотри. Финфлеер нежность. Обниму и залюблю.
Ну, прикольно же было бы название, да? Да. О, это что-то по моде тут. Ой, а вот ударили, это прям по моде, смотрите. Из какого-то вощеного, как будто бы материала, да, пропитанного какой-то клеенкой. Да, классно. Это классный пуховик. Этот классный пуховик называется «Финфлеер. Я черный, драматичный, обниму тебя, но убегу». Вот а такое вот название. Этот как называется? А этот называется «Мы с тобой в лесу гуляли по грибы». Вот этот классный черный, очень. И здорово, что он без стежки. Это такая мягкая, объемная куртка, но при этом очень брутальная. Смотри, кашемировые водолазки тоже кашемир! Мужские. И смотри, какие красивые цвета. Боже, вот. Это же кашемир. Покажем всем. Вау! Нет, вот сейчас без прикола. Да. Я, смотрите, я брал бы вот этот коралловый. Угу. Он на фоне этих цветов зимних проигрывает. Как, да, и как будто бы... Но это... Вот, вот это два, вот это просто вообще, да. Бомба. А найди какой самый большой размер. Такой еще сложный. А вот этот зеленый как хорош, и вместе как это выглядит. Кстати, если вы топ-10 стилистических приемов новый выпуск посмотрели, то я там рассказываю о совершенно неожиданном камбэке банального примитивного приема, когда джемпер повязывают. И вот вы могли бы надеть, например, джемпер зеленого цвета, а повязать на себя вот, а вот такой джемпер баклажанового оттенка. Два XL, но... Мерить? Ну, не знаю, хочешь померить. Хотите померю? Блин, микрофон отстегивает. Ну ладно. Это самый большой, да? Да. Скажите, а у вас 2XL самый большой, да? Ну чего вы 4XL не сделаете? Ну как под одевалка. Ну короче, у меня сразу сиськи висят. Короче, а есть зеркало? Боже, а свинота какая-то, А2. Ну на самом деле это хороший 2XL. Это просто я такое не ношу. Вот, типа, вот, смотрите, как красиво по цвету. Боже, я чувствую себя лохом. Водолазки супер. Ну ладно, на самом деле, правда, классные цвета, оттенки великолепные. И стоимость этих изделий... стоимость этих изделий 7599 рублей. Это чуть дороже, чем в Мааге. На девочек тоже классно будет. Кто хочет, объемненький. Девочки. Вот. В мужские отделы. Так, я предлагаю быстренько подвести итоги. Я хочу сказать, что Финфлеер удивили. Мы шли сюда только пуховики смотреть, а в итоге нашли вещи, в которых реально можно было бы отмечать за городом Новый год. И качество бомба. За качество ставлю 5, за дизайн, мне кажется, мы можем точно поставить 5. Да, все базовое, простое, понятное, но иногда это гораздо круче, чем надуманность. За чистоту в зале 5. Дизайн-магазин тоже симпатичный, там примерочные такие камушки красивые. Да, дизайн магазина 5 и обслуживание 5. Все молодцы. Финфлеер супер, да. Пойдем к тебе в новогоднее что-нибудь посмотрим? Пойдем. Давай. Ой, подожди, вещи возьму сначала. А, вот оно. Так, мы с Шу пока ищем, в какой магазин еще зайти. Сейчас здесь по второму этажу шли и увидели коллекцию Олега Горчанина для Ювоны. И вот я, по-моему, вот в этом платье, или вот я вот в этом платье видел на днях... Шелягову. Да, Викторию Шелягову, что удивительно. А вот в этом платье была Ида Галич. Сейчас мы быстренько глянем, ладно, что это такое. Так, платье стоит 27 900, вот я вам покажу. Конечно, очень сложно такие платья на вешалках продавать, потому что непонятно, как это будет сидеть. Это такое платье из тряпочки. Но на Иде Галич смотрелось достаточно уверенно. Но это была картинка, не знаю, как это выглядело в жизни. Но прикольно, что русские бренды коллаборируют с русскими креаторами. Ну вот еще. Тут знаете, какой классный эффект, что под этой сеткой бежевая ткань. Видите? И остается ощущение, что это прям голое платье. Но здесь важно, чтобы по цвету вот эта ткань пересекалась с цветом вашего тела. Недавно Ким Кардашьян выходила в платье Баленсиага из кружева черного. И вот этот пододевальник был настолько светлее, чем ее кожа, и выглядело это некрасиво. Поэтому здесь тоже важно, чтобы это на вас смотрелось, как ваша кожа. И, кстати, смотри, странно, что вот этот внутренний клапан сделали длинным в пол. Это же могло быть мини, нет? Не знаю, но, видимо, такая задумка дизайнера. А там тоже что-то еще висит, да? Да, вот это вот. Ну, это опять выглядит, конечно, все как тряпица. Ну, я скажу, что дизайн в этом имеется. Понятно, что Олег очень любит Мюглер. И мы его не ругаем за это. Ну, миленько. Ну, что? Вот кто еще из русских брендов такое делает? Я не знаю.
А сколько это стоит? 21 950. А 21 950 это весь комплект стоит? Ну вот, если вы тоже похудели к лету и форму сохранили к Новому году, можете посмотреть, присмотреть для себя вещи из коллаборации Олега Горчанина и Ювона. А вон, смотри, в Крю какой-то топ в кристаллах пришел. Ну, кстати, ничего, да? Да, симпатично. И вот в Крю, смотрите, платье разрезано с пайеток есть. Я вообще, честно говоря, люблю Крю, мне нравится. А вон там, смотри, что-то. А вон еще в Вилет что-то пришло. Красивый цвет. Да, очень красиво. Бомбер чуть дурацкий, но вы, кстати, как-то закрутили, он, возможно, лучше. И юбочка такая мини. Вот, смотрите, симпатичный такой, спортивный, как будто бы бомбер из пайеток. Так, ладно, пойдемте дальше. Так, в Зарине тоже я вижу новогодняя какая-то капсула есть. Вон, смотрите, в топ-топе новогодняя капсула есть, вон там юбки в пайетках. Прям вообще все по Новому году вдарили, да? Так, ой, подожди, вот там какое-то платье в Тоби Блоссом еще висит. Давайте быстро платье посмотрим. Вот и такое платье в растаявших сосулях. Платье, как помнишь, у Ким было. Да, но так странно, что смотри, из этой ткани, из которой как будто бы что-то графичное нужно было сделать, сделали такое платье с фонариками. Да. То есть вот эти соплюхи классные, но с этими фонариками вообще не работают. Да, как будто бы не сочетается вот эта романтика фасона, да, с тканью, с фактурой. Я бы делал какой-то адов минимализм, прям что-то простое. Да нет, просто на тонких бретелях обычное платье. Потому что это классно. Да. Смотрите, такое танцующее платье в червях из пайеток. Стекающее платье. Да. Сколько стоит такое? Кстати, здесь ни разу не был. 22 990. А вот этот пуховик смешной. Но он не практичный, очень короткий. Это автоледи. Это смешной пуховик для смешной автоледи. Смотрите. Прикольный. Стоит пуховик 27 990. Такой еще смешной, смотри. Ой, а вот этот классный. Вот этот супер. Да, вот этот кайфовый. Такой абсурдный узор для пуховика. Я вообще такое люблю. 28 990. То ли цветы, то ли фрукты, вон ананасы какие-то. То ли леопард. Да, это вообще кайф. Так, пойдемте еще что-нибудь найдем. У нас какой-то экспресс-обзор получается. Давайте в Тумут вместе заглянем. Я сегодня читал, что у них какая-то новогодняя коллекция тоже вышла. Давайте быстренько посмотрим. Ну, наши любимые пайетки, которые используют все, от H&M до Saint-Laurent, от Pervert до Tumut, да? Да. Но эта юбка неплоха. Да, симпатично. Смотрите, юбка в пол из пайеток фасона русалка. Красиво. И мне нравится, что здесь пайетки на очень мягкой основе. То есть это действительно такая струящаяся ткань. И вы снова можете поиграть вот в эту воровку. Это я. Воровка-невидимка. А благодаря этой юбке вы тоже можете поиграть вот тот самый тренд. Простой верх, сложный низ. Вот красиво в черном цвете. В черном есть. Ой, ну дорого, богато, да. Ну пайетки эти так надоели мелкие. Прям везде они. Есть слип-дресс. Смотрите, такое платье на тонких бретелях с кружевным лифом. И здорово, что здесь все на высоких. Напоминаю, что если вам по росту что-то не подходит, всегда можно отрезать. А если вам коротко, то удлинить уже невозможно. Это платье стоит 21 тысячу рублей. Вот что-то еще, вот тут золотишко какое-то. Да, такое вот прикольное. Вот смотрите, даже я бы сказал, медная юбка в стиле 60-х. И с джинсы с напылением меди. Медные джинсы, кстати, мягенькие. Да, симпатично. Да, они, кстати, мягенькие. Это топ классный. Почем джинсы? Джинсы 19 980 стоят. Рок-н-ролльный вайб. О, буфы есть. Я обожаю буфы всякие, конечно. От них немножко подусталось уже в последнее время, но в целом неплохо. Ну, кто любит, да. Да, я люблю такое. Ну, для праздника, пожалуйста, хоть с пайетками миксуйте, потом с джинсами драными носите. Будет хорошо. А я еще видел у вас где-то... Девушка, вы меня боитесь? Нет? А я еще видел сегодня в Телеграме, что у вас какие-то вышли смокинги, красный, черный. Они еще не пришли, да? Ой, смотри. Мы слишком рано, видимо, записываем этот последний шопинг-влог в этом году. И в Тумут придут, или на момент выхода этого выпуска, уже пришли смокинги объемные, красные, черные. А вот эти крутые. Да, вот те медные круто, немножко да. Поднадоели, а вот эти красные такие чуть кровавые. Да, и фасон классный. Хороши.
Да. А то можно на Хэллоуин надеть. А можно и не надевать. И вот такой, кстати. О, вот это красиво. Смотрите, такой смокинг с лацканом шалькой. И здесь есть перья. И забавно, что перья здесь не так, как обычно. В последнее время перья используются. Сейчас хочу открыть рукав. Да, все это отстегивается, что хорошо. Но смотрите, как интересно пущена линия перьев. Видите, что они уходят сюда с закруглением. Выглядит прикольно. Очень неплохой жакет. Вот здесь... Сгваздал его кто-то. И жакет этот стоит 29 980 рублей. Он неплох. Да? Да. Ну, да. И, кстати, подсказка русским брендам. Если вы не умеете делать нормальный лацкан, сделайте лацкан шалька. Здесь не надо ничего никуда выводить. Вон, ровненько и нормально. Угу. Фу. Красное платье. Белое платье с черным. Ну, ну так. Да? Да нет, нормально на самом деле. Так. Честно, меня Мак даже больше впечатлил. Учитывая тот факт, что Тумут может себе позволить креатив и более какие-то сложные фасоны, а это почти Мак, только дороже. Ну что? Ну, ну серьезно. Джинсы 30-ку, в Мааге 6. Ну ничего, но ничего сверхподающегося. Вот я про это же, что как будто бы хотелось... А тут, ну, нормально, да. Нормально, да. Да, спасибо большое. Вот давай последнюю вещь посмотрим. Ну, пожалуй, вот это какая-то приколюха, такое платье-штора, да? Ну, не знаю, мне не нравится. А, ну, это не значит, что я ругаю, но как будто бы от такого бренда, этого сегмента ждешь чего-то большего. Ну, скорее, больше вот что-то такое нравится. Ну, то такое есть... ты тоже можешь найти еще в 5 магазинах. Ну, ткань хорошая, но... Ткань хорошая. Но выглядит вот это, по крайней мере, дорого. Ну, а ладно, вот это Zero чуть-чуть. Да, а вот это вот все как, какой-то... Недодизайн выглядит странно. Не знаю, мое мнение. Ну, давайте финалить вообще этот выпуск. Во-первых, спасибо большое, что провели с нами время. Во-вторых, Тумуду я все равно поставлю 5. Да, да, хорошо. Я вообще ратую, болею за российские бренды, которые что-то делают, двигаются вперед, развиваются. И в Тумуд мы не только одежду видим, еще видим деним, мы видим обувь, кстати, очень неплохую, какие-то интересные дизайнерские фишки. Поэтому за новогоднюю коллекцию, ну, 4 с плюсом. Развешено все симпатично, в магазине нас не выгнали, никто на нас не набросился, вопросов лишних не задавали. Ставим 5 за все это. И вам говорим, что мы вас очень сильно любим. Спасибо большое, что вы с нами, что вы комментируете, подписываетесь, ставите лайки. Напоминаю, это Оленька Шуранова, я Сашенька Рогов. Мы с вами в этом году еще увидимся, потому что вас ждет еще несколько интересных предновогодних форматов. Ну а в следующем году, в январе, будем с вами отрываться и досматривать, кто круче Рогова. Целых 3 битвы впереди еще вас ждут. В частности, с Марианной Елисеевой. Все. Чао-какао, пока. Все, пойдем? Пойдем. А вот это хорошо. Да не, у них нормальные вещи на самом деле. А вот дубленка, смотри, какая прикольная. Вон так классная, смотри, вот это. А у меня в детстве такая же была, прикинь, турецкая. Тут вот офигенно. С таким же треугольником вшитым. Прям селин, да? Маш, все, отстань. Дай мы уже пошопимся нормально. Нет, я... Вот. Угу.